обозначьте преимущество биострахования, пожалуйста. Давайте попытаемся вместе посчитать, какие же преимущества даст нам биострахование, если мы вовремя соберем свои собственные стволовые клетки. Первое. Ну, во-первых, это может сделать любой человек в возрасте там, до 80 лет, и у которого ну, более-менее относительно стабильное состояние здоровья. Второе. Объем полученного биоматериала – это доза, которой хватит практически на полновесную трансплантацию костного мозга. Если завтра, не дай бог, развивается какая-то ситуация, и вам нужно сделать трансплантацию костного мозга, а это на сегодня почти 300 самых неизлечимых заболеваний человечества, то вы закрываете эту проблему тем, что у вас есть собственный биологический материал. Достаточно безболезненная процедура. Если раньше нужно было ковырять костный мозг, нужно было как-то там выделять из стернальной пункции, нужно было там ковырять или просверливать тазовые кости, то сегодня процедура выглядит достаточно безобидно. Вы вводите себе уколы, которые колонию стимулируют, и выгоняет собственные стволовые клетки из костного мозга, они циркулируют в крови, и вы просто как на сепараторе пришли, собрали свои клетки, кровь вернули на место, а стволовые клетки собрали и поехали их заморозили. То есть простота, универсальность и безопасность, наверное, вот такой третий важный фактор. Но четвертое, что это собственные клетки, что вам не надо искать каких-то доноров. Вы сам за себя подумали заранее. То есть у вас все есть. А в рамках персонализированной медицины будущего, ну, наверное, лучше иметь собственный материал. И лучше его иметь, потому что проблема всегда стоит очень остро. Время. Во время травмы, во время инсульта, во время инфаркта не собрать стволовые клетки, потому что организм просто их уничтожит. И поэтому все нужно сделать заранее и побеспокоиться об этих вещах раньше. Ну и, наверное, самое главное, отсутствует риск отторжения с одной стороны, а с другой отсутствует риск заражения какой-нибудь инфекцией. Ваши собственные клетки, собранные в состоянии компенсации, здорового состояния, это тот ресурс, который спасет вас, что бы ни случилось в вашей жизни, какие бы катаклизмы, какие бы там тяжелые катастрофы экологические, радиоактивные не происходили. То есть, ну, может быть, последняя и главная причина, чтобы это сделать, но это все-таки финансовая доступность. Я понимаю, что раньше сбор стволовых клеток это было, это как полет в космос был, понимаете? Сегодня вы собираете свои клетки, но при этом все технологии практически такие же, как при трансплантации костного мозга сбора. То есть мы собираем ваши эти клетки, мы их на сепараторе отрабатываем, очищаем, стандартизируем, криоконсервируем. И все это в достаточно приемлемых ценах. Так что вот как-то так.